У нашего коллектива есть замечательный девиз. Мы как стихия, мы как ураган. У нас еще есть силы, и все подвластно нам. С таким девизом наши долголеты занимаются хореографией и шагают по жизни. Нина Карпова раньше тренировала детей. С июля 2022-го познакомилась с группой серебряного возраста и полюбила их с первого взгляда. Говорит, работать с ними одно удовольствие. Это способные ученицы, они очень активные, энергичные. Я постоянно заряжаюсь от них позитивной энергией. После каждого занятия мне очень нравится с ними заниматься. Физической подготовки растяжки не отстают от молодежи, а артистизму могут научиться и сами. Ольга Юдина с детства любила танцевать, но реализовать себя смогла лишь в студии «Стихия» Одинцовского клуба «Активное долголетие». Я сама занималась танцами в детстве, и мне это очень близко, так это оставило след на всю жизнь. Но было в свое время некогда, потому что семья, дети, все постоянно занято было. А сейчас, да, я отдаюсь этим с удовольствием. И, ну, танцы для меня – это все, это жизнь. Классика, латино, джаз, модерн – с легкостью они осваивают любые танцевальные направления. Уже стали участниками нескольких конкурсов и теперь с энтузиазмом готовятся к новым выступлениям. Полина Бахова, Илья Мещерский, телекомпания «Одинцова».